Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Как только я в прошлом году побывала на выставке Интершарм, вы буквально завалили меня вопросами. Как бренд Гильтек? Купили ли вы что-нибудь из Гильтек? Тем более, что я показывала в своем видео, что я подходила к их корнеру, к тому боксу, в котором они выставляли свою продукцию. И, конечно, этот вопрос многих из вас очень волновал. Купила я немного продукции, но, тем не менее, то, что купила, все мое, что называется, об этом сегодня вам обязательно расскажу. Гильтек действительно очень интересный бренд, и не зря он приковывает ваше внимание, потому что если мы зайдем с вами на сайт бренда Гильтек, то вы увидите, что ни одной косметикой единый бренд живет, чего они только не производят, и какое-то медицинское оборудование, и препараты, и блефарогели, и аптечные препараты. То есть это действительно такой целый концерн, который работает в индустрии даже не красоты, я бы сказала, а медицины в первую очередь и косметологии, как одной из ветвей медицины, собственно говоря. Поэтому косметика Гильтек, она дышит вот этим, вот она пронизана, что это действительно не просто какие-то косметические продукты из каких-то там изысканных компонентов, которые обещают много всего, но часто не делают, а это те компоненты, которые имеют научно подтвержденное действие. То есть это те компоненты, которые являются активами, мы действительно знаем, что они работают. Поэтому действительно бренд Гильтек в этом разрезе представляет большой интерес. Не спешите переключаться на другой канал. Я знаю, что когда я завожу разговоры о профессиональных брендах, вам этот разговор может показаться не очень интересным для вас, потому что вы боитесь, что вы не сможете это купить. Бренд Гильтек не относится к тем брендам, которые нужно снаряжаться в походы, чтобы добыть. У них несколько точек продаж. Вы можете посмотреть это все на сайте. Я что-то заказывала и на Wildberries, в том числе они представлены там официально. Поэтому здесь никаких проблем совершенно с этим не будет. У них есть домашняя линейка, которая доступна для конечного потребителя, для использования любым человеком дома. Поэтому здесь, пожалуйста, за это не стоит беспокоиться. Итак, давайте начнем наш с вами обзор. Начну, наверное, с самых необычных продуктов, которые бы я советовала вам приобрести. Один из таких продуктов – это очищающая маска, которая называется Cleansing, энзимная пектиновая маска. У нее очень хороший объем, здесь 200 грамм маски, это профессиональный объем. И давайте вспомним, что мы с вами знаем об энзимах, что они делают. Энзимы – это белки, которые разрушают корнеодесмосомы, вот эти вот мостики, которыми соединяются между собой корнеоциты в нашем роговом слое. Энзимы помогают коже избавиться от лишнего груза. Энзимы, как я уже с вами делилась таким профессиональным лайфхаком, очень любят тепло. Поэтому правильнее бы было эту маску наносить под пленку и эту пленку закрывать горячим полотенцем и еще даже покрывалом сверху, чтобы тепло как можно больше оставалось внутри. И с такой маской вы можете пролежать, удобнее всего, конечно, это будет делать лежа, минут 15. Вы увидите, что энзимы вкупе с теплом при воздействии тепла работают совершенно по-другому. И я думаю, что вы сделаете свой выбор между энзимными пудрами, например, и энзимными масками в пользу энзимных масок. Здесь содержится энзимный ингредиент Peel Moist, молочная кислота, глицерин, пектин, соли грязевого озера Островное. Кстати, на упаковках написано, что косметика изготавливается по стандарту GMP. Ну, неудивительно, если у Гильтека такие производственные мощности. Вообще стандарт GMP, он очень-очень строгий. Там особые правила к производству, к чистоте на производство, к допуску каких-то сторонних людей на производство, особые регламенты очистки воды, сырья и так далее. Это фармакологический стандарт. Вы, если, может быть, слышали какую-то рекламу, в конце рекламы про БАДы или лекарства говорится, изготовлено по стандарту GMP. Вот действительно, именно по стандарту GMP чаще всего изготавливаются какие-то БАДы, лекарственные препараты, а здесь косметика. Это всегда очень ценно, потому что я была на производстве, работающем по таким стандартам, это действительно совершенно другое дело. То есть совершенно по-другому все выглядит, такие пропускные режимы, очистные зоны, там, чтобы пройти в цех, нужно 153 тамбура пройти, переодеться и все остальное. То есть обратите внимание, да, такой очень-очень серьезный подход.
Про сыворотку Retiderm Anti-Age, крем-сыворотку с ретинолом, я вам уже рассказывала в прошлом году и не раз. Она попадала в фавориты года. Особенность этой сыворотки заключается в том, что здесь содержится ретинол прямого действия и непрямого, то есть инкапсулированный ретинол. И здесь очень интересное действие этой сыворотки. Я бы не сказала, что она работает агрессивно на коже. И на консультациях я эту сыворотку рекомендую новичкам, то есть тем людям, которые только приучают свою кожу к ретинолу, только встают на этот путь. Потому что случаев, когда была какая-то реакция на эту сыворотку, в моей практике не наблюдалось. Я сама ее практически до конца использовала, она уже, по-моему, вообще пустая, и пользовалась большим-большим удовольствием. То есть для меня, для моей тонкой, сухой кожи, это идеальный вариант по действенности и в то же время по тому, как эта сыворотка действует на кожу, да, то есть она ее не раздражает, как кожа ее воспринимает. Продукт очень и очень достойный. Рекомендую вам от всего сердца, от всей души, наверное, у бренда Гельтек вот эти вот два продукта, которые, по крайней мере, сейчас я использую, они мои самые-самые любимые. Они дают прекрасный результат и работают даже на достаточно такой чувствительной, капризной коже. Следующий продукт очень-очень интересный, это ProBioSkin сыворотка. Опять же, у сыворотки приятная консистенция, она такая, как гелеобразная, жидкий-жидкий гель, впитывается достаточно быстро. Но особенность сывороток с пребиотиками в том, что если вы хотите, вы можете не закрывать их кремом, например. Но я, конечно, кремом закрываю, мне так комфортнее. Здесь очень интересный состав. Лизат бифидобактерий, лизат молочно-кислых бактерий, инулин, что тоже будет являться таким пребиотиком, гиалуроновая кислота, фукагель, стабильная форма витамина С, пантенол. И, кстати, что немаловажно, вот в чем еще прямо видится профессионализм бренда Гельтек. Первое, наверное, вы заметили, что ничего нет в открытых упаковках. И я, когда подошла на Интершарме к стенду, я немножко растерялась, потому что очень-очень много практически одинаковых вот таких вот флакончиков белого цвета с разной только полоской какой-то. Видите, здесь фиолетовая, здесь зеленая. Одни пониже, другие повыше, но все это в многообразии ты теряешься. То есть первое время, конечно, нужен какой-то гид, консультант, который тебе подскажет, что и для чего нужно. Ну так вот, упаковка – это первое, что выдает профессионализм бренда. И второе, что для меня лично очень важно – это отсутствие отдушек. То есть все продукты не имеют искусственных ароматизаторов. Это очень-очень важно и очень профессионально, на мой взгляд. Хотя вот эта вот сыворотка, например, при нанесении, она чуть-чуть пахнет цветками апельсина, потому что здесь есть они в составе где-то на последнем месте. Сыворотка очень примечательная. Мне она тоже очень-очень нравится. Легкая текстура. Я ее иногда использую как бустер, сочетая вообще с какими-то другими сыворотками. Она очень хорошо сочетается. Собственно, для этих целей она мне и служит, с ретиноевой сывороткой. Она очень хорошо сочетается с кислотами. Например, следующий продукт, который я хочу вам показать, это Selective, обновляющий флюид Альфа-Дерм. Интереснейший продукт, потому что здесь в составе мы найдем целый коктейль кислот. Это и миндальная кислота, и лимонная, молочная, яблочная. Обратите, пожалуйста, внимание, те люди, у которых аллергия на яблоки или на семена, вам тогда этот продукт не подойдет. Глюконовая кислота, антиоксидант, увлажняющий продукт. Аскорбиновая кислота. Средство удивительное, потому что, по сути, это такой флюид, это такой жидкий-жидкий какой-то крем, да, который очень быстро впитывается. И отшелушивает этот продукт кожу очень мягко. То есть вы не чувствуете никакого жжения, дискомфорта. Я допускаю, что можно даже при определенных состояниях кожи пользоваться этим продуктом каждый день. То есть каждый вечер, вернее, так правильнее будет сказать. Если кожа очень чувствительна, например, то, конечно, вы можете применять реже, чем каждый вечер. Для чего такая сыворотка нужна? Она будет мягко и постепенно обновлять кожу. Она будет убирать постепенно какие-то признаки фотоповреждения, например, пигментации, гиперкератоз, все вот эти вот явления. Она будет служить, конечно, и средством ацидотерапии, то есть при ежедневном использовании тоже будет подкисливать pH кожи. Поэтому если у вас кожа воспаленная, это средство для вас, потому что мы знаем, что на воспаленную кожу наносить
кислоты в большой концентрации, конечно, нельзя. Мы здесь не говорим о каких-то серьезных кислотах, о пилингах. А вот такой вот продукт для людей с акне, с какими-то другими дерматозами, где нужны очень деликатно действующие кислоты, вот это вот как раз продукт для вас. И вот такую вот пенку мне прислал бренд. Называется она Home Care Mousse, очищающая с витамином С. Насколько я посмотрела на сайте, это новинка. Уже успела с ней познакомиться, пользуюсь. Мягкая-мягкая пенка, очень деликатная. Пенится она за счет, конечно же, вот этой вот насадки, а не за счет того, что здесь какие-то агрессивные павы. Агрессивных павов здесь нет. На втором месте кока-глюкозид. То есть здесь мы не говорим о каком-то агрессивном воздействии. Есть экстракт мяты, но он не чувствуется. Экстракт мелиссы, зеленый чай, белый чай. Ну, прям вот как китаянки с вами будем умываться чаем. На самом деле умывание чаем несет пользу большую. Исследования показывают. Это не успевает, конечно, подействовать как антиоксидант. А вот выравнивать кожу и успокаивать ее зеленый чай в процессе умывания успевает. Имбирь, аптечный, депантенол, сок алоэ, фукагель, витамин. И вот здесь, кстати, отдушка есть, но отдушка в средстве для умывания – это ничего страшного, сколько мы держим продукт на лице. В несмываемых средствах отдушки минимум. Это и чувствуется, и если она есть, то она стоит прямо в буквальном смысле на самом последнем месте. Давайте с вами заглянем на сайт Гильтек и посмотрим, что еще предлагает бренд, что в моем виш-листе, на что я хочу обратить ваше внимание. Итак, друзья, давайте с вами вместе зайдем на сайт Гильтек. Нас интересует раздел «Косметическая продукция». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что на сайте есть очень два интересных раздела. Это влог и вебинары и полезные материалы. Там действительно много полезных материалов. Нас интересует каталог косметики. Дальше перед вами открывается такой вот каталог, где указано, для каких целей, для какого типа кожи, для каких задач вы найдете косметические продукты в каталоге. Открываем раздел «Новинки». Очень хочу обратить ваше внимание на наборы, которые появились в продаже для разных типов кожи, в том числе набор миниатюр. Цена у них более чем гуманная, так как сейчас все-таки начнется какой-никакой период путешествий, это здорово. Обращаю ваше внимание на всесезонный гель-пилинг. Это как раз для тех, кто спрашивает, чем заменить кислоты на лето и весну, кто боится серьезных кислот. Очень интересное средство по составу. Кроме того, меня очень заинтересовал продукт, который называется Brightening Skin. Это обновляющий, осветляющий кожу гель. Сюда входит пептид, нонопептид 1 он называется, и другие отбеливающие компоненты, то есть целый комплекс. И действительно, такой состав поможет бороться с поверхностной пигментацией. Мне очень нравится, что практически каждому продукту есть отдельное видео, где эксперт рассказывает про особенности данного продукта, о его составе, сочетаемости с другими линейками бренда, с другими продуктами бренда. Очень информативно получается, то есть сам пользователь, человек может сориентироваться в каталоге. Очень редко такое бывает. По функционалу сайт Гильтека действительно очень-очень хороший. То есть вы сможете сами разобраться и подобрать себе необходимое средство. Очень хочу обратить ваше внимание на средство, которое называется Ceramide Skin Saver. Как раз это для тех, кто хочет восстановить эпидермальный барьер. И обращаю ваше внимание, что этот крем, как и, конечно же, другие кремы для восстановления эпидермального барьера, можно наносить на губы. Это отдельно прописано. Да, то есть такого рода препараты нам можно наносить вообще на все лицо, и под глаза, и даже на губы. Это как раз то, что необходимо для восстановления эпидермального барьера. Тоже очень и очень хороший состав. Вообще ассортимент новинок достаточно большой. Есть моя любимая сыворотка с ретинолом, есть обновляющий флюид, я вам его показывала. Появился крем SPF 50+, на безжировой основе. Вот обратите, пожалуйста, внимание те, кто ищет себе подходящее солнцезащитное средство, может быть, для жирной кожи. Мне кажется, это будет нечто интересное, тоже планирую себе приобрести. Надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Пишите, что вы пробовали от бренда Гильтек, что вам нравится или, может быть, что не произвело впечатление. Какие у вас есть вопросы по бренду, будем вместе разбираться. Всего хорошего, пока!